Это такая страна, где она жаркая, и там живут животные. Это то место, где растут разные растения ядовитые, где живут разные змеи. Где много животных и почти один песок. Ну, это такой лес, только там обитают не животные, а вот такие, ну, разные животные, львы, обезьяны. Ну, там всегда жарко, солнце, горячо, там не бывает вообще холодно. Там бывает ветерок такой прохладный, но никогда там не бывает слишком холодно, там всегда тепло. Это там, где много деревьев, растут пальмы и обитают животные. Но не такие, которые обитают у нас в лесах, ну... Там обезьяны всякие в окнах, тигры, львы даже есть, птицы всякие, попугаи вот, кстати. Тропические леса. Там живут дикие звери, птицы райские.